Дмитрий Медведев, Рустам Миниханов, губернаторы и главы районов. Сегодня список посетивших знаменитый подвал дома 1405 пополнил Алексей Кудрин. Бывшему министру финансов, а ныне главе комитета гражданских инициатив, продемонстрировали автоматизированную систему учета и регулирования тепла. Экскурсию для Алексея Кудрина и сопровождающих его президента республики Рустама Миниханова, а также министра строительства и ЖКХ Татарстана Эрика Файзулина провел Василий Шихразиев. Мы сейчас в режиме эксперимента в некоторых домах устанавливаем счетчики дистанционного съема показаний. И вот этот счетчик электро показывает, в некоторых домах вообще нет потребления. Кто-то на дачу уехал в командировку, полностью все отключено. Однако, чтобы полностью перевести город на дистанционный съем данных, необходимо 2 миллиарда 90 миллионов рублей. Но таких денег пока нет. Тем не менее, увиденное впечатлило главу комитета гражданских инициатив. До посещения знаменитого подвала Алексей Кудрин успел побывать на Кипмастере, а после вместе со спутниками отправился в мэрию, где прошло совещание по реформированию ЖКХ.